Несмотря на многочисленные заявления федеральных чиновников, вакцинация в Красноярском крае станет обязательной. Правда, не для всех и не сразу. Какие категории граждан попадут в список и какого уровня вакцинации планируют добиться региональные власти? С 23 июля в Красноярском крае в силу вступило постановление об обязательной вакцинации от коронавируса. До 31 июля руководители предприятия должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников. Привитых должно быть не менее 60% от всего работающего населения края. Для этого планируется развернуть дополнительные пункты вакцинации. Обязательная вакцинация коснется отдельных групп граждан, чья профессиональная деятельность связана с большим количеством людей. Например, работников сферы образования, здравоохранения, работников соцзащиты, сферы торговли и общепита, гостиничных услуг, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков. Кроме того, вакцинации подлежат государственные служащие, сферы ЖКХ и работники детских развлекательных центров и лагерей. Вакцинироваться люди сами должны осознавать это, что это нужно. Я считаю, что вакцинироваться нужно. Потому что вирусу не надо давать возможности распространяться, как он хочет. Мы должны сами за ним следить, не давать людям возможности заболевать. Заставлять, может быть, нет, но мотивировать чем-то. Эксперты опасаются, что обязательная вакцинация может иметь негативные последствия. Угроза увольнения, система штрафов может привести к покупке сертификатов по вакцинации. Но зато она избавляет от необходимости по несколько раз в неделю сдавать тесты. В любом случае, эффект от обязательной вакцинации появится через несколько недель, а для остановки и распространения COVID-19 сейчас нужны другие меры.